Но на самом деле в последнее время в жизни хватает большого количества челленджей. В этом курсе очень много практических заданий, различных кейсов, которые было решать очень тяжело. И теперь, после прохождения, я чувствую относительно большую уверенность в том, что я делаю что-то достаточно правильно в своей работе. Мне было очень интересно взаимодействовать с Сергеем Свиридовым. Я знаю, что он состоит в одном крупном сообществе по анализу данных. И он очень много рассказывал про то, как люди в реальной жизни взаимодействуют с теми вещами, о которых он говорил. То есть он говорил реально практические вещи, которые мы можем использовать. Вот, поэтому могу его отметить довольно сильно.